Всем привет, ребята! Вы на канале LoFPS, и если вы смотрите это видео, то вам интересно, как поиграть Mac по сети с другом, либо с какими-то людьми, неважно. На самом деле, есть всего два способа, как это сделать, и все они довольно простые. Давайте начнем. Первый. Там мне пикают немного в стиме, но неважно. Первый способ, смотрите, вы создаете, то есть делаете конкретно хост лобби, то есть создать лобби. Дальше просто копируете вот этот код и бросаете его своему другу, знакомому. И потом он должен просто вот сюда его ввести, видите, вот этот код, и присоединиться к вам. И уже тогда, когда он зайдет к вам в лобби, то есть он у вас появится вот здесь, вы сможете начинать игру, нажимая на кнопку «Старт». Также есть еще и второй способ. Используя инструментарий Steam, то есть вы должны нажать комбинацию клавиш Shift-Tab. О, здрасте. И вот здесь в списке своих друзей просто выбираете кого-то, кого хотите пригласить, нажимаете правую кнопку мыши и выбираете «Пригласить в лобби». То есть вот таких два способа. Оба они достаточно простые, но, наверное, все же лучше пользоваться первым, когда вы просто копируете код своего лобби, лобби ID, и отсылаете другу, потому что это намного в целом быстрее. Вы можете сразу отправить это всем, например, если у вас есть какой-то групповой чат. Вот и все. Всем, ребята, спасибо за просмотр, и если вам это видео помогло, обязательно подписывайтесь на канал и заходите в следующий раз. Всем удачи!